Всем привет! С вами Нюнка и лечу к вам с новостями, да, по поводу Heavy Attack. Что с ними будет? Скоро новое обновление, 23 августа оно выйдет, и, соответственно, там много что меняют. И, соответственно, поговорим, порассуждаем о жизни наших любимых Heavy билдов и что вообще, хорошо это будет для нас или плохо. Опять же, все это пока чисто в теории, потому что проверять я буду окончательно на лайфе, но из того, что сейчас я проверяю, вижу, и по своим догадкам, ощущениям, прочему информации того, что есть, выглядит все интересно. Поэтому эта информация пока не 100%, но так, чтобы имели в виду, запасались там трансмутами или чем-то еще, или начинали копить, возможно, после 23 обновления, возможно, это будет все так, и интересно. Буду говорить, показывать, рассуждать, но опять же, так что наливать себе чаек, да, и поехали, и начнем по порядку. Скоро у нас 23 числа, получается, выходит обновление, и ЗУС решили, скажем, немножко уравнять легкие и средние доспехи. Сейчас описание уже есть, но оно пока не работает. То есть, условно, если мы наводим вот на концентрацию, так называемую, в легкой броне, ваше физическое и магическое пробивание увеличено на 939. Раньше легкая броня давала только магическое пробивание. Сейчас, соответственно, она дает физическое. Конкретно сейчас это не работает, но в 20 числа, соответственно, заработает. Будем смотреть, соответственно, что это означает. Что стаминщики, ну, кто уже об этом говорил, скорее всего, будут одевать что-то в районе 5 средних доспехов, там, да, и возможно 2 легкие, возможно, для увеличения там, пробития на 2000, что возможно там прибавит им в каких-то ситуациях или недобора пробития, ну, скажем так, их урон. Как бы это вполне будет оправданно, логично и так далее. То есть ЗОСы все-таки хотят, чтобы, ну, было больше совмещения броней. Также есть вот такая талант. Ваш критический рейтинг оружия и заклинаний увеличивается на там, 219 за каждую шмотку. Соответственно, чем больше легких шмоток, тем больше у нас крита, шансы крита. Опять же, это сейчас на описании есть, что это рейтинг и оружие. Но пока это не работает. То есть, опять же, ждем, когда это заработает. Один большой минус в легкой броне, она не дает сустейн запаса сил. Поэтому стаминщики не смогут взять резко и переодеться в фулл легкую броню, потому что они начнут сохнуть по ресурсам. Примерно как сейчас это выглядит. Маги одеваются в фулл легкую броню, имеют кучу сустейна по мане, кучу пробитий, все прекрасно, циферки хорошие, особенно в скелета, в трехмиллионника. А в ту же амальгаму наш излишнее пробитие, то есть средний там магу, условно там 7000-8000 тысяч пробития своего, ну и там танк накидывает. Соответственно, танку намного проще довести до капа пробития, там у нас кап является, по-моему, 18300 или 18600, если я не ошибаюсь. Соответственно, намного проще танку, скажем так, маговской пачки довести до капа. Вот, что касается стаминщиков, у них тут сложности, у них нету своего пробития, поэтому стаминщики изначально имеют меньше пробития, но у них есть вот такая компенсация, ловкость. Ваша сила оружия, в данном случае написано и заклинание, увеличено на процент за каждую шмотку. Соответственно, 7 средних доспехов дает вам 14% увеличения силы оружия. Поэтому стаминщиков, как правило, значительно больше силы оружия. Вот, и соответственно, за счет этого они как-то компенсируют на трехмиллионке. Ну, понятно, что у них меньше, но все же. И на амальгаме, там, в тех же триалах, они выдают цифры выше. Понятно, что все это настраивается, подстраивается и так далее, все это делается, но в общем, как бы, тенденция такая. И, как бы, видимо, ЗОС их послушали, не знаю, услышали, анализировали и решили, как бы, они недавно ввели уже то, что можно совмещать, у них убрали вот эти бонусы от 5, то, что надо было обязательно 5 там средних доспехов или 5 легких доспехов. Сейчас, соответственно, мы все прекрасно знаем, что мы можем комбинировать как угодно, тут уже валируя бонусы. Соответственно, в будущем обновлении этой фишкой могут пользоваться маги. То есть, убрав свое излишнее пробитие и добавить, допустим, себе 5 легких шмоток и 2, допустим, тот же монстр сет какой-нибудь средний, 2 шмотки. Соответственно, прибавив себе урон на 4%, но снизив, убрав излишнее пробитие, которое им, в принципе, ну, допустим, не нужно было. И тогда пачки могут быть полустаминные, полумагические. Как бы сделать какой-то баланс, идеальный баланс своего рода. Но, опять же, проблема какая? Многие на это, может быть, не пойдут, потому что здесь нету, они потеряют сустейн маны. То есть тут только есть вот восстановление запаса сил. Увеличится на 2% за каждую шмотку. В данном случае на 4% будет, ну, на капе. Соответственно, многие ли на это пойдут, не знаю. Ну, как минимум, наверное, в лучшем случае 2 шмотки. Или это расчет на то, что
одев ту же юбку, вот эту, да, новый мифик магии, который является средним, она теперь будет играть не просто положительную динамику, что вот как он дает свои бонусы, но он еще и теперь пассивно будет им давать бонус. Бонус именно в 2% силы оружия и заклинаний, а в том числе, вот еще такое проворство, ваш критический урон, исходящее лечение увеличится на 2% за каждую эту часть легких, ну, средних доспехов. Соответственно, увеличить чуть-чуть, уменьшить себе шанс крита, но увеличить себе силу заклинаний, ой, да, силу заклинаний и силу крита. Соответственно, там та же юбка, килт будет еще больше давать буст, профит, пускай небольшой, но все же. Соответственно, вот, вот этот баланс они пытаются найти. И как бы окей, то есть вроде маги останутся при своих там 5 с... легких доспехах, там в лучшем случае одну или две средние. И стаминщики, соответственно, сделают то же самое, 5 там средних, и, возможно, ради увеличения пробития и шанса крита, и немножко оденут себе легких доспехов. И вроде как бы прикольно, все хорошо, потому что, ну, они будут просыхать. Но как это касается нас, скажем, тех, кто играет через хэви билды? Вот условно, если мы глянем, вот у меня классический, допустим, пил, да, это я через безупречного мага, 5 вещей на теле легкий, и, допустим, зан фул легкий. И у меня при этом, при всем, 730 восстановления магии. Много это или мало, да вообще пофиг. На хэви билдах не важно, сколько восстановления магии, потому что практически никакую роль не играет. Также у меня лазутчик, соответственно, который является средним сетом, если кто не знает или забыл. И мы поэтому всегда таскали его через бижу, то есть так называемый через низ, и посох. Ну, иногда, если мы одеваем сюда кольцо Бледного Ордена, то мы одеваем, соответственно, забираем монстр Z и одеваем плечо среднее. Соответственно, как бы, ну, окей. Но теперь смотрите, допустим, мы оденем кольцо Бледного Ордена и, допустим, тот же лазутчик. Где наш лазутчик? Ну, вот, допустим, мы оденем лазутчик. Соответственно, если мы такой сборки играем, у нас появляется одна средний доспех, который нам сейчас никакого бонуса и профита не дает. То есть он только минусует у нас 1000 пробития, условно, регентом и так далее и прочее. То в новом обновлении он нам будет, эта шмотка средняя, давать бонус, как минимум пассивно, что он будет давать нам 2% силы заклинаний и немножко силу крита. То есть мы не только теряем, мы и начинаем приобретать. Но я вам скажу больше. Теперь смотрите. Опять же, кто, если, допустим, сомневается, потому что... также вот еще поговорим. Гильдия бойцов есть такая. Условно, вот у нее есть такая пассивка. Вот она вторая. Истребитель. Сила оружия и заклинаний увеличивается на 3% за каждую выбранную способность из ветки гильдии бойцов. То есть написано уже, что сила оружия и заклинаний. По факту сейчас это не работает. Вот я убираю ульту. У меня, смотрите, сила заклинаний 3752. Пассивка выучена. Я должен получить 3%, если я поставлю один скилл. Ставлю скилл 3752. То есть описание есть, но не работает. Я проверял, оно не работает. Соответственно, в новом обновлении это заработает. То есть мы получим 3% просто, скажем, нося вот эту пассивную эту ульту. Плюс у нее такое появится для некоторых, возможно, будет профитно, но я сомневаюсь. Сияние рассвета морф, соответственно, при применении вашей силы, после применения вашей силы оружия и заклинаний увеличится на 300 в течение 20 секунд. То есть также мы будем мало того, что бить, просто надеюсь, дешево стоит, плюс еще будет СПД нам прибавлять. Сейчас она прибавляет по факту только ВПД. Соответственно, не знаю, сколько будет его профит по вкуклин, возможно, никакой, возможно, будет просто стать пассивно у нас. Вот, то есть, в принципе, как бы добавление такой ульты еще 3%. Теперь поговорим о главном, что вообще из себя это может представлять. Если по сухим цифрам, то хэви билду будущим обновлением намного профитнее, ну, это мои догадки, это не 100% информация, будем ее проверять, намного профитнее будет одеться вот так, смотрите, и удивляйтесь. Мы одеваем полностью лазутчика через тело, тот же зан. Мы одеваем полностью средний, к примеру. Вот у нас получается средняя голова, среднее плечо, фул лазутчик на тело. Ну и, соответственно, эфиром, называем мага, мы одеваем через посох, то есть уже мага через низ. И, соответственно, через бижу одеваем мага. Ой, не туда дел. Вот, у нас получается, что... маг через хэви билды полностью в средних доспехах. Плюс низ, соответственно. Все остальное также остается. Меняем также, соответственно, помощь богов, все на макс магию и так далее. Что по факту нам это даст? Смотрите, по сухим цифрам. Мы... ну вот опять же. В основной магии у меня стало 586, а было 730. Ну как бы потеряли мы немножко, ну и хрен, как говорится, с ним. Для нас это вообще ничего не значит. Магическая сопротивляемость и физическая сопротивляемость у нас примерно сравниваются, потому что, в принципе,
мы получаем изначально больше брони, то есть у нас брони физической увеличивается. То есть мы немножко ставим получше жить. Теперь касательно пассивок. Вот, допустим, здесь, да, у нас получается ульта нам даст. И вот с этой пассивкой 3% силы заклинаний, которые сейчас не показываются, их нету. И, допустим, в средней доспехе я получаю еще 14% пассивки ловкость. То есть я получаю на 14% еще больше силы заклинаний. Плюс мы получаем, здесь тоже не отображается, видите, на мне 7 доспехов, но я не получаю, как бы, за каждый по 219. Но по итогу я получу их. То есть мы компенсируем силой заклинания, мы теряем в данном случае шанс крита. Мы потеряем 7% шанс крита, но увеличение силы крита у нас пойдет тоже там получать, наверное, на 7% условно. То есть это плюс-минус друг друга компенсирует. Но мы теряем кучу пробития, 6500. Но и как бы как-то стаменщики без него жили, но, соответственно, мы поживем. То есть, условно, наши голые цифры по амальгаме пойдут значительно лучше. Наш билд будет себя ощущать в тех же триалах при фулл там пробитии, баф и так далее значительно лучше. В случае, если нам будет не хватать немножко пробития, потому что сейчас у нас голого пробития 700, мы можем одеть, окей, зан тот же легкий. Две легкие детали дадут там 2500 пробития. Ну, остальное, по сути, мы будем рассчитывать, что будет там накидывать танк там и прочее, прочее. То есть примерно так это все будет выглядеть, соответственно, возможно в будущем обновлении магам ходить в фулл средних шмотках будет иметь определенный профит. По крайней мере, цифры по амальгаме, я предполагаю, что будут выше. А значит, и в триале. Ну, там у нас же так принято понимать, если кто-то хочет, как бы, да, замеры и цифры. Вот, примерно такая вот новость. Будем посмотреть в ближайшем времени, чем все это закончится. Тестировать и так далее, и уже по факту будем делать изменения. Вот, так что дождемся 23 числа. Это всего лишь пока, говорю, условные мои догадки, мысли и так далее, наработки. Так что ждем. Я очень надеюсь, что попытка ЗОСов внести некий баланс легких, средних и тяжелых доспехов очень-очень позитивно сыграют, скажем, на том забытом, да, отрасли билдов, которые там называются, да, heavy билды. Вот, так что желаю всем успехов. Надеюсь, все будет только расти, увеличиваться, да. Вот, и, в общем, побед вам. Всем пока-пока.